Всем привет, снова с вами Басон. Сегодня мы поиграем в Team Fortress 2. Будем играть, в принципе, я думаю, за солдата, может быть, и за разные классы. Посмотрим, как. Карта 2 форта. Смотрите, мальчик у нас вот здесь тусуется. Опачки, это спай. Уже нет спая. Спай самые противные засранцы, которых я здесь видел. Мы забрали разведку. Двоих минус. Троих минус. Четырех минус. Не знаю, что-то произошло на сервере такое, что переключило меня. Так. Тебе предстоит преодолеть 4 метра бетона. И 320 кубометров воды без грамма металла на теле. Никаких кислородных баллов. Бенджи, займи позицию. Итан, готов. Важная деталь. Если ты не откроешь люк через 2,5 минуты, мы оба трупы. Нет, нет, нет. Итан, ты меня слышишь? Итан, отбой! Сейчас же! Будучи станем мы... Продолжаем заряжать. Ты сможешь сесть за руль? Минуту назад ты был мертв. Бенджи, о чем ты вообще? Все это плохо кончится. В этом доке не спер. Господин председатель, пришло время расформировать ОМН. Они не просто вышли из-под контроля. Они опозорились. Закрывая ОМН, вы совершаете большую ошибку. Да, слушаю. Брат, нужна помощь. Говори. Синдикат существует, и они знают, кто мы. Пропащие души, обученные делать то же, что и мы. Анти-ОМН. Они пойдут на все, чтобы избавиться от нас. Ну дела. Ты хочешь уничтожить синдикат? Это невозможно. Займите позиции. Есть изображение. Шоу начинается. Готов. Ты и твоя команда ответите за все бессмысленные выходки, которые устроили. Теперь нас разыскивает цель. Супер. Ты пристегнулся? Почему ты спрашиваешь только сейчас? Сержись! Возможно, это наша последняя миссия. Пусть запомнит. Открой дверь! Давай! Я обычно начинает такой фигню, какая школота. Бенджи, сейчас же, открой дверь! Офигеть! Чуть-чуть не добил. Пирог отражает наши ракеты. Паюшка, иди поспи. Медик поздно начал лечить. Не поражаюсь людям, которые берут медиков, а идут ими в атаку, вместо того, чтобы лечить. О, правильно пишут, меддаун. То, что мед реально даун. Тело,
сколько вот у нас медов? Один мед. Хоть он в списке лидеров, скорее всего, играл не медом. Минус один. Чё-то чувство говнецом попахивает. За патрончиками. Инжа, я так понимаю, у нас нету. Куча хренов снайперов. Как обычно. А, и скаут целую кучу, а толк же не умирают все. Где-то тут наш любимый Пира с медом ползает. Вот они. Пириса запинали, отделили от меда. Да, меди, конечно, полечил и бросил. Называется, само заживет. Как говорится, он, наша медицина, долечил и бросил. А долечится дома, да? Ранка Бобо. Дырка в жопе горит. Привет, ребята. Ох ты, как мне тут в спину. Хэвик с шоколадкой. Сладкоежкой, так разбух. Чем мне Солтер нравится, то что ракеты, если, в принципе, криворукие попадаются вам, те же спаи, скауты, медики, такие нежирные. Прямое попадание ракеты, там даже такой гранатомет, прямое попадание называется, что ли. Вот, скажем, с балкона прыгает вам скаут на вас, а вот тут стоите и выпускаете ракету. Единственное, что вам остается наблюдать, это счастливо размазанные морду по стене скаута, там кто там прилетел, либо ему остается лицезреть в свою морду летящую ракету и потом уже разлетающиеся его зубки по всем закоулкам. Стопудово они пошли. Чё им инженер ни хрена не тушит себя? Стопудово пошли к нам. Судя по звукам, там где-то внизу. А, вон и доки валяются. Причём, я так понял, не наши доки валяются, а ихние. Ах ты ж засранец. И доки попёр. Или нет? Это не доки. Ох ты, допрыгался, чебурашка. Так что я говорю. В принципе, Солдер класс очень
такой интересный и прикольный. Особенно, когда разносишь кого-нибудь с первого раза. Как было у меня с прямого попадания. Разносил скаута одного, находясь в дефе, когда вся команда пошла в атаку. Картина была из приятнейших просто. Если зреть в чате, когда тебе пишут: «Солдер, ты уже всех задолбал». При том, что это пишет один единственный скаут, которого ты постоянно взрываешь. Здесь вот где-нибудь в проходах, либо на крыше, либо бегущего на доках. И он тебе ничего не может сделать и тупо дохнет. А его функция как раз-таки предназначена. Состоит в том, чтобы тырить доки, но он тупо не может пройти мимо одного солдата. Хотя, в принципе, скаут за счет своей скорости должен и дробовиком шпиговать задницу солдату и прибежать на доки. А выходит, что он даже не может тупо из-за угла выбежать. Он выбегает, получает ракету и разлетается на кусочки. Чего минус скаута, это его, конечно, здоровье. Так, посмотрим, здесь есть кто-нибудь у нас. Плюс у Солдера есть возможность запрыгивать на балконы, как я уже несколько раз делал. Это плюс. Можно запрыгнуть и запустить пару ракет, пока еще в воздухе находишься, враг пока. Блин, мед включился, выбер гребаный. Как раз здоровье было меньше 25%, можно было бы хорошенько пробить голову. Конечно, забрал. Хрен ли кто не защищает ни одной турели, ничего. Хрен лысого, все поперлись туда, куда не надо. Сейчас там будет жарко. Надеюсь, они там хоть выживут или как. Или мне придется немножко... Не добил чуть-чуть. Вот кто не додумается, пойди защищать, кроме Хэвика и Меда. Вот мне интересно. Как обычно. Доки уволокли. Правильно, сейчас будет битва за доки. Ух ты, Солдер у нас уже на балконе тусуется. Рук у меня уже смертей, конечно, больше, но ничего страшного. Ах ты ж засранец, еще и критовым. Как раз когда доки положили. У Солдера есть, кстати, между прочим, вот эти пушки две, которые не имеют патрона зарядки. Как они сейчас называются, вспомнить-то хоть их. Это линчеватель Скотта и вот этот, который у меня... Благочестивый Бизон. У Бизона что хорошо, что нельзя отразить его заряд. При этом он пробивает несколько человек насквозь, то есть по прямой. О, как уже, даже на базе тусуется. Пробиваешь одного, второго, третьего, и можно сразу нанести... Хотя урон такой небольшой, 10-12 единиц, ну, в принципе, пробивая, учитывая, что попадаешь в толпу, скажем, можно много снести. Конечно, что-то не забрать, тут тусуются как на дискотеке. На, тусуйся в другом месте. Правильно, столько пирсов, и хрен кто бежит. Блин, вот одного завалил, а второго ни хрена. Есть люди нормальные, которые бегут, скажем, доки, передают скауту, и скаут быстро их тащит. А вот есть те, кто тащит и там тормозят, еще пытаются пострелять, кого-то повоевать, там побычить. Так надо быстрее доки отдать и валить. Правильно, там столько. Пойдем к ним в кишочку. Сделаем клизму. Иди сюда.
Да кто-нибудь на мою ракету. Опять этот гребаный пироман со своим медом. Как прям закадычные друзья ходят уже. А у него нифига убийств там. Счетчиков напигачил, значит донат. Что у него кроме там счетчика на убийств, там еще счетчик на потушенных, на все подряд, короче. Все, что может только делать пират, то и навешено. Ух ты, как красиво. Скинул с балкона почти на все здоровье. Было бы хорошо, если он еще умер бы так. Мед у нас все один. Ох как. Как обычно, доки пошли. Идут скаутом, причем уносят. Минус медик. Опа, еще и солдер. Вот это красота. Такое ощущение, что у нас там где-то телепорт уже стоит. Я уже думаю, в принципе, выходить смысла нету. Но уже все за. А так поиграть, типа, никто не может. Вот раздражают люди, которые уже сразу сдаются, там, либо, типа, у них крутые, там, читаки, а у вас никто. Это, конечно, вот уже вообще ни о чем. Если сдох, так уж молчи, сам виноват. Пошел пира погулять. Мало где так пострелять. Надо еще парашют будет получить. У нас там скаут носится, его все никто загасить никак не может. Мать вашу. Вот так и все. Ракету в жопу и гуляй. Оригинальная толпа, конечно, там идет уже. Ух ты. Уже завалили. И как вот, скажите мне, сзади шло целая куча народу и не могли бы пропустить всего лишь. Они здесь и тусуются на нижнем этаже, вообще красота. Да уже сдохни ты. Не домогайся, бедного медика. Молодца. Я думаю, желающих будет много. Даже там стили кому-то. Защищают только двое, как обычно. Вот если игра командная, вот как Team Fortress, тут надо не играть, кажется, на себя командами. То есть доки, тыри, там еще всякая фигня. То есть это надо делать командно, а не так кажется себя. Один ворует доки. Другой там Дэйфи, третий еще что-то делает, пятый ходит носу ковыряется, шестой там еще где-то в углу порно-журналы смотрит. Надо вот командно, если доги упали, надо идти защищать, а не так, чтобы каждый ходил по своему делу, по своей нужде, по туалету. Это уже не дело, а фиг знает что. Если один дефует, он стопудово не справится, а если тем более толпа на него уйдет, это вообще там без вариантов. Кишку пошел. Так вот,
как красиво-то. Иди погуляй. Так вот. Еще один присел посрать на нашей базе. А убирать за собой никогда не заставишь. Гурнул. Затрамбовали ракету взад. Так вот, нужно тупо команда играть, а не в своей жопой там бегать где-то, светиться одному. То, что один, он ничего не сделает, как бы он не пытался. Солдер. Так вот, они идут тупо атаку. Вот, скажем, если мест спиры, они идут, они жгут. Наших вообще никто не видит, что убер. Там только медик подлечит, где-то постоит, покурит, там что-то еще поделает. Но никак уж не дает убера кому надо. То есть надо идти командой. А то, что бывает здесь школьники всякие играют, там засоряют сервера, которые пытаются сказать себя профессионалов, но там вообще себя ничего не представляют. Ну и хорошо, хоть солдат раскинул. Так вот, надо идти командой играть, а не просто сам за себя. Это не одиночная игра, где шутер там пошел и завалил. Тут задание дано, и надо выполнить его. На войне же не пойдешь в одну харю всех косить. Мы же не Рэмбо. Успел чуть попасть. Пойдем на балкончик зайдем в гостинице. Спасибо, Том. Ну кого ты шмаляешь там? Ну, медик, вот тебе и медик. Подлечился до конца. Ух ты, еще суд. Тоже неплохой. Мальчика разнести тут. Подлечимся. Гости. А у нас гостинцы. Скал там замер. Одного минус. Вот у них турель стоит, у нас никто не стоит. У нас же американец зашел, удивлен. Ладно, давайте я сделаю последнюю атаку и на этом закончим. Умру, не умру, как получится. Хотя... можно и повоевать еще. В спину получил ракету. Он только недавно получил. У меня тоже где-то какая-то хрень такая валяется. А, вот как раз давайте до конца миссии 60 секунд. Возможно, добавочного времени там. Посмотрим, как у нас пойдет. Ах ты, снайпер. Вот когда надо, снайперов нету. Когда их не надо, их целые балконы. Всегда проверять стоит. Мальчик под гонком. Чудо, что турель. Его ждут. Хороший мальчик, скажу. Ну, видите, победа.
Ладно, всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся, ждем дальнейшего видео. Всем пока и удачи.